партия номер 30. Белыми играл Шлёхтер. Чёрными Марко или Марко. Монте-Карло, 1904 год. D4, D5, C4, E6. Как мы уже видели, это обычная защита в ферзевом гамбите. Чёрные стоят немного стеснено, ввиду того, что слон C8 заперт. Конь C3. Конь F6. Было испробовано также немедленное C5. Особенно рекомендовано в свое время Тарашем. Но современная теория не одобряет такого прямолинейного способа действий. В самом деле, после CD ED черная пешка D изолируется и становится, как мы позже детально покажем, длительной слабостью черных. Правильная тактика требует сперва размена DC. Вот, стрелочки нарисовал. Размена DC и затем уже C5 или E5, избегая изоляции пешки. При системе C5 следует развивать слона C8 на B7. Но при том вышесказанном, черным рекомендуется повременить с разменом DC, пока белые не разовьют королевского слона, чтобы выгадать темп, заставив белых дважды подряд ходить слоном. Слон D3, слон бьет C4. Иначе черные рискуют отстать в развитии при несколько раскрывшейся благодаря размену пешек игре. Белый тем временем продолжает развиваться. Вот. Конь C3, конь F6. Слон G5. Слон E7. Возможно, также конь D7. Так как белые не могут выиграть пешку. Потому что взяли. Вот вроде выиграли пешку. Конь D5 следует. Если взять ферзя, то слон B4, ферзь D2. Белым ничего не остается, и они просто без фигуры хорошо так пешку выиграли. Поэтому так делать не надо. Ну, последовало слон E7. E3. 2-0. Так. Ладья C1. На слон D3. Черные, как указывалось, отвечают DC. Теперь же белые ставят им трудную задачу. Ну, то есть черным. С одной стороны, черным не хочется по известной причине играть DC, с другой, у них нет хороших развивающих ходов. Правда, они могут утешиться тем, что и у белых, пока они воздерживаются от слон D3, остается мало целесообразных ходов. А6. В старину обычно отвечали B6. Ныне C6. Ход в партии считался опровергнутым именно настоящей партией. Но в наши дни он опять возродился. Этому немало способствовал швейцарский любитель Геннинберг. Нет, неправильно почитал. Геннинбергер, вновь испробовавший его не без успеха в одной легкой партии против Алехина, который подвергнул его внимательному изучению и затем сам применил в матче против Капабланки. C5. На слон D3. Черные посредством DC, слон C4, B5. Затем слон B7 и C5 получают отличную свободную игру. Если бы черные сыграли вместо А6, C6, они потеряли бы в этом варианте один темп, так как пешка С все равно должна пойти на C5. Но в то же время после C6 агрессивный ход C5 был бы намного слабее, так как черный путем B6, и если B4, то опять расстраивают ферзевый фланг белых.
получившемся положении b6 плохо, так как белый ответит c6. Ну, коню некуда идти, конь как b8 и конь e5. Поэтому на c5 последовало b5. Так игра на ферзевом фланге запирается, и черные обрекают себя на долгую осаду в стесненном положении с неразвитым ферзевым слоном. Поэтому им следовало хотя бы из потери темпа вернуться к упомянутому плану c6, готовя b6. b4, c6, слон d3. Вот теперь слон вышел в один темп, без потери времени, опять. Черные собираются вскрыть линию А. Однако, следуя приведенному плану c6, b6 и при случае опять, они могли открыть обе линии, А и Б. Между тем, опыт показывает, что одна линия А не дает достаточной контр-игры в противовес атаке противника на королевском фланге, так как она слишком удалена от главного театра военных действий. А3, ладья e8. 2-0, конь h5. Ошибка, которую Шлёхтер красиво использует, выигрывая пешку. Необходимо было сначала защитить пешку c6 ходом слон b7. Ну а вот на конь h5 последовало слон e7, ферзь e7, конь e5. Взяли, и вот тут неожиданный ход для соперника. Он явно это не рассчитывал. Слон h7. Король f8. Взял на h5. Ну, просто с лишней пешкой оказался в итоге. Конь c4, слон d3. Ферзь f6. Взяли. b5. Слон d7. Черные не могут сами меняться, потому что на cb последует конь b5, и потом конь идет на поле d6. Ну да, тут все печально, вечный конь. Теперь из-за плохого ферзевого слона у черных обнаруживается слабость черных полей. bc, вот так. Ход b6 настолько запирал позицию, что решающий прорыв становился невозможным. Белым пришлось бы трудной и кропотливой игрой стараться реализовать свой пешечный перевес на королевском фланге. Вот как. Взяли. Ладья b1. g6. Далее шах. Король e7. В дальнейшем обнаружится, что позиция короля в центре, несмотря на окружающий его пешечный частокол, все же ненадежно. Но ход король g8 отнимал у черных всякую надежду на контратаку. Ну, ладья никак не перекинуть сюда, на королевский фланг из этого короля. Поэтому соперник пошел король e7. Ну, ладья b6. Король d7, ферзь h3, с угрозой ферзь g3, и его дальше вот по этой диагонали ворваться вот на d6, там что-то такое неприятное сделать. Поэтому соперник Шлёхтера Марко пошел ферзь g5. Ладья b1, ладья h8, ферзь f3, f5. И вот все, тут финиш, потому что теперь Шлёхтер блестящей жертвой взрывает фортификации черного короля. Фортификации. Ладья c6. Взял. Конь d5. И ладья b8. На ход ed решала ладья b6, король c7, ферзь d5. И можно сдаваться. Поэтому ладья b8. Тут конь f4.
король d7 взяли, ой, то есть дали шах, взяли, взяли, король e8, c6, пешка пошла, ферзь d, и черные сдались. Вот такая вот партия от Шлёхтера. Жалко, что у него голова тут небольшая, он довольно-таки интересно играл. Но партии вот в учебнике Рэти тут всего несколько штук его. Могли бы и побольше. На этом все, всем пока.